Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня в нашем маленьком шоу такой автомобиль, скажем так, с которым даже у меня связано очень много, во всяком случае, моя юность. ВАЗ-2109 от дядюшки Бороды. О май гад! В общем, эту машинку мы взяли у владельца автоклуба «Зубило Гараж». Если кто не знает, то все девятое семейство, да, то есть 08, 09, 99, 14, 15, да, которые модели АвтоВАЗа, это как бы они все называются зубилами. Вот. Ну, из-за характерной формы переда там или чего еще. Непонятно почему. В общем, моделька-то это, что касается самой машины, да, стоковые аппараты. Скажем так, они лучше классики в плане использования их там в повседневной жизни, но у них столько вот косяков завода. Это самый основной главный косяк в том, что двигатель, да, у этой машинки крепится на три подушки. И одна из этих подушек, она просто на телевизоре, то есть на мягкой части. Вот, то есть, как бы так сказать, то есть, легкий элемент, такой как коробка, закреплен двумя подушками, а двигатель очень тяжелый, закреплен одной и к телеку. Это просто ужас. Крабы, там есть такая штука, вот их постоянно отрывает по непонятным причинам. Ну, в общем, недостатков эта машина имеет очень много. Собственно говоря, так же, как и достоинств. Машинка эта собирается уже очень долго. Все время что-то в ней делают, все время, блядь, что-то в ней чинят и так далее. Она сейчас на 8-клапанном моторе. Вот. На 17-х каточках. Вы можете сказать, что как этот сиплый 8-клапанный моторишка ременный тащит такие колеси. Да очень просто. Вот почему-то я не знаю, почему у меня... Я ездил на 8-клапанных девятинах, они как бы сами себя-то как бы не везут некоторые. А этот прям такой бодренький. Здесь он инжекторный стоит. Это машинка 2005 года выпуска. Можно сказать, последняя из магикан этого класса. Вот. Подвесочка здесь, я не буду говорить, кто ее делал. Нам не платят за рекламу, да. Подвеску также, скажем так, кастомная подвеска. Ну, что там кастомного? Штоки укоротили. В 90-е года, да, все помнят, что девятку можно было там взять в первое время только там мафии какие-то там на тольяттинском, скажем так, производстве были, когда разбивали задние стекла у девяток, вытаскивали комплекты, и полторашные девятки, которые там не гнули клапана двигателя, да, они были вот только таким образом. А 1.3 можно было достать спокойно. И вот по сей день, скажем так, это вот вопросы о гнущихся, не гнущихся клапанах при обрыве ГРМ на всех переднеприводных ВАЗах есть. То есть, что на приоре это все дело гнется, не гнется только там на 124-м моторе и на 8-клапанник. Ничего, я думал, кстати, вот сейчас мы Кощику проехали, я думал, подвеску пробьет. Мы на низком профиле, на дико низком профиле для этой подвески, но подвесочку не пробивает, да. Ну, интересненько она, почему мы решили снять девятку. Дело в том, что когда я увидел ее, когда ее как раз доделали, она мне очень, скажем так, понравилась и с виду, и внешне, и как бы я прокатился, мне очень понравилось. Потому что, скажем так, я хочу, чтобы некоторые люди осознали, что можно машину строить не под какое-то молодежное движение, типа там Бепана, там БК или какой-то еще хрени, которая есть у вас в голове. Можно машину просто строить под себя, как сделал владелец этой девятки. Машинка по сравнению с ее собратьями, да, скажем так, одногруппниками, она не чувствуется расхлябанной. Это подчеркивает короткоходные кулисы. Мы также не будем говорить, какого производства. Ну, просто прикольно, потому что у меня на четырках, на приорах особенно,
когда ты включаешь там вторую, можно реально руку засадить в ручник. Здесь этого нет. Здесь короткоходочка стоит, приятненькая. Вот. Что еще? Короче, вот можешь снять, мы сейчас будем ехать по кочкам. Вот. Можно даже ощутить, что в руль не бьет. На этой машинке, как мне сейчас сказал владелец, и мы посмотрели, здесь стоит демпфер рулевой рейки от Мерседеса. То есть в руль не бьет, не убивает твои руки дорога, скажем так. Также здесь стоят хорошие сиденья с боковой поддержкой СВС. Я не знаю, у меня просто на самом деле, это знаешь, как... как рассказывать о старых кроссовках, которые ты носил там 4 года назад. И сел, и, скажем так, и ты купил такие же новые кроссовки, такой же модели. Потому что у меня эта машина, такая машина была у моего отца, белая девятка 92-го года. У меня была синяя девятка на шестнаре. Тоже месила, как ненормальная, но это по моим ощущениям, по моим мыслям. Машинка своеобразная. С душой, что ли? Мне нравятся, слушай, такие. Понятно, что вы там не будете шагать на ней по трассе 200 и все остальное. Понятное дело, что эта машина не подарит там вам крутые ощущения, на ней даже гура нет. Да и какой гур? Учитесь водить без этих всех электронных помогалок. С вами был дядюшка Борода. Смотрите наши выпуски, подписывайтесь на канал. И помните, что иногда лучше собрать машину себе и под себя, чем купить какую-то новую салону. До свидания.